ставки в лайф. Это головокружительный аттракцион, самые настоящие эмоциональные качели. Экспрессы собирают в основном по такому принципу. В память врезался такой экспресс с коэффициентом 200. До 1000 округлили, проиграли и все. Фляга плещет уже во все стороны. И ворота остаются пустые, и там за секунду может залететь шайба. И так было у меня, и у вас будет бесчисленное количество раз, если вы захотите разбогатеть с помощью экспрессов. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Lifeline. Настроение, конечно, не очень записывать ролики. Когда ты борешься за жизнь, за благополучие каждого человека, другие люди мочат друг друга без разбора. Тем не менее, дело делать надо. Сегодня я хочу затронуть такую тему, как ставки в лайф и экспрессы. В общем, я все подробно расскажу и приведу примеры. Давайте разбираться. Изначально, когда человек знакомится с букмекерскими конторами, он не знает и не интересуется этими видами ставок. Например, вы любите спорт и думаете, что в нем разбираетесь. Или повелись на рекламу. Или кто-то из друзей играет, и вы решили тоже попробовать. Ну, поставили раз, два, выиграли или проиграли, и забыли это дело. Отправились дальше завоевывать мир по своему сценарию. Считайте, вы счастливчик. Вас не замотало. Вы никогда не сольете все, что у вас есть, за пару минут. Но такой сценарий – это не правило, это исключение из правил. Человек в основном продолжает играть. С переменным успехом формируя день за днем у себя зависимость. И вот первый тревожный звоночек для вас должен быть – это поиск нового вида ставок, которые быстрее разыгрываются, которые вы в принципе даже не анализируете, опираетесь на свою интуицию или вообще тычете пальцем в небо. Сейчас в рекламах это активно продвигают. Я даже немного удивился и возмутился, когда увидел рекламу Париматч. Там реально Баста поет, или мне показалось? Напишите в комментарии. Вот, подобные рекламы призывают ставить в лайф и собирать экспрессы. А Винлайн даже дает дополнительный бонус на экспресс. Вы не спросите почему? Потому что бывалые лохотронщики прочухали, что экспрессы собирают в основном по такому принципу. Бери все, что с меньшим коэффициентом, они прекрасно знают, чтобы собрать экспресс с нормальным коэффициентом общим, нужно набрать дофига событий с низким коэффициентом. В противном случае смысла в этом экспрессе никакого не будет. А это уже проигрышный вариант в 99% случаев. Ну, может быть, в 90%. Потому что чем больше вы возьмете событий, тем выше вероятность, что где-то что-то пойдет не по плану. А собирать экспресс с высоким коэффициентом, сами понимаете, насколько это сложно, это уже заведомо проигрыш. Угадать одиночное событие не всегда удается. Получается, экспрессы – это не вариант подняться. Но они доставляют дополнительный адреналин. Грубо говоря, вы за этот адреналин и платите, потому что ничего другого взамен вы не получите. Хотя вру, получите. Это еще сильнее укрепит вашу зависимость. Я сотни раз собирал экспрессы, и лишь в единичных случаях они заходили. Не считая мелких, которые состояли из 3-4 событий, они заходили примерно 1 из 7. Такая математика дает в конечном результате 0. И это в лучшем случае. А букмекер в этот момент делает свое дело, ничего не тратя, завоевывает в вашем лице покорного раба. Ох, сколько же раз я уже убеждался в этом, вы бы знали. Не пытайтесь повторить это, чтобы проверить, просто поверьте мне на слово, я это уже проверил. В память врезался такой экспресс с коэффициентом 200. Там было событий 12, 14, 15, что-то в этом духе. Я по стандартному принципу его собирал. Бери все, что меньше, с большей вероятностью, чтобы зашло. Так вот, зашли все события, все, коэффициент был 200, оставалось лишь последнее событие. Это был товарняк Локомотива. Они играли с какими-то колхозниками. Изначально, когда начинался этот матч,
На победу Локомотива даже не было ставки. До такой степени уровень команд был разный, что напрашивалось, что Локомотив забьет несколько мячей, а один 100%. Вот на это я и поставил, что Локомотив забьет гол. Коэффициент был там вообще смешной, там даже 1,2 не было, 1,15, 1,17, что-то такое. И чем больше событий, тем больше, грубо говоря, умножение. Вот поэтому мне и надо было такие, грубо говоря, проходные ставки матча взять. И этот матч, он не зашел. Они просто отходили весь матч, они даже не хотели играть. Из-за них слетел весь экспресс с коэффициентом 200. Даже больше там, по-моему, было. И так было у меня, и у вас будет бесчисленное количество раз, если вы захотите разбогатеть с помощью экспрессов. Ставки в лайв. Это головокружительный аттракцион, самые настоящие эмоциональные качели, в том числе и финансовые. Потому что за одну лишь минуту вы можете порадоваться и поплакать. Чем дольше вы будете увлекаться данным видом ставок, тем меньше вы будете уделять времени выбору событий. Вы будете шмалять на все подряд и тыкать пальцем в небо. Естественно, такая тактика вас окунет головой в дерьмо рано или поздно. Скорее всего, рано. Кроме зависимости, вы заработаете себе еще и нервоз. И это уже не шутки. Из-за этого может клинить шею или спину. У меня такое бывало. Кто употреблял соль, наркотики, они, наверное, понимают, о чем я говорю. У некоторых людей на отходниках просто страшно ломит спину. И вот тут в точности такое же состояние. Сейчас я приведу пару примеров ставок в лайв, и многие зрители, лудоманы, себя в этом точно увидят. Ты не планируешь играть. У тебя есть бесхозная соточка. Соточка, блин, обыкновенный 100 рублей. И думаешь, возьму я ее и кину червю. Пусть маленько поест, ничего в этом страшного нет. Соточка поиграла и проиграла. Все, крыша начинает подтекать. Ты закидываешь уже пару соточек. Грубо говоря, чтобы округлить сумму на своей карте. Эти соточки поиграли и опять проиграли. И теперь мы начинаем свой счет округлять уже до 1000. И крыша уже текет гораздо серьезнее. Пару тысяч поиграли, скорее всего, уже в лайве, для того, чтобы побыстрее разыгрались события и вы быстрее выиграли. До 1000 округлили, проиграли и все. Фляга плещет уже во все стороны. Ты начинаешь еще и еще кидать, чтобы отыграться. Далее результат уже всем известен. Сколько бы ты ни играл, ни выигрывал, ни проигрывал, не плюсовал свой баланс, в итоге ты все равно все сольешь. Хоккейный лайф. Я всегда пытался найти такие матчи, где до конца оставалось минута-две, и разница в счете была в одну шайбу. Потому что в хоккее, когда ведет команда в одну шайбу, противоборствующая сторона снимает вратаря, чтобы выпустить дополнительного игрока на последний штурм ворот. И ворота остаются пустые, и там за секунду может залететь шайба, то есть вероятность, как казалось бы, она большая, и коэффициент на это дается неплохой. Когда остается минута, коэффициент уже в районе 2. И с каждой секундой он растет. А шайба может залететь всего лишь за 1 секунду. У меня заходили такие ставки, довольно-таки часто они заходили. Но изначально мы идем по принципу высоких лиг, когда идут матчи команд высокого уровня, там мастерство игроков намного выше, и любой перехват почти всегда заканчивается голом. Но такие матчи, они не бесконечные, а мы уже долбим в лайв, точнее я или вы, или кто-либо. И ждать уже нету сил. То есть вы не хотите ждать, вы начинаете искать такие же подобные события в лигах других стран, классом ниже. И там уже происходит всякая дичь, потому что уровень игроков совершенно другой. Соответственно, уровень тренеров совершенно другой. Там точно так же эти ставки могут заходить, но точно так же и не заходить, только уже с большей долей вероятности. И вот эти вот ставки в лайф хоккейные, это тоже в конечном счете проигрыш. По-любому. Не верите мне? Пожалуйста, идите проверяйте. Только потом не плачьте, не нойте, что вы опять остались без денег.
Текущая крыша вам не даст покоя, вы не сможете остановиться. Было время, я играл точно так же на теннисе в лайв. Когда играют два примерно одинаковых по уровню теннисиста, тот, который подает, я ставил на его, на вот это лайв, это событие, оно свершится через там 30 секунд и закончится через пару минут. Я ставил на одного из игроков, который подает, что он выиграет сет или гейм, как там забыл называется, в общем, неважно. Со счетом 40-15 или 40-30, то есть это самый популярный счет, я ставил сразу на два события, на одного игрока. И это довольно-таки часто заходило, а коэффициент там примерно от 4 до 5. То есть вы, грубо говоря, ну будем 100 рублей брать, в пример, вы ставите 100 рублей на 40-15 и на 40-30, то есть вы поставили 200. А коэффициент на выигрыш 4-5, то есть если все подытожить, коэффициент примерно 2,5 на победу любой из этих ставок, за вычетом той ставки, которая не зайдет. В общем, это неплохо, при том 2,5, при том, что заходит довольно-таки часто. И я выигрывал на этих событиях, да, такое было, я поднимал, но опять же, вот это вот текущая крыша, брызжущая фляга во все стороны, она не давала остановиться, и я уже выбирал менее тщательно этих игроков, то есть изначально я смотрел, как они сыграют хотя бы один этот сет или гейм, сколько там, ну, который идет до 6 очков. Ну, то есть маленькое хотя бы пытался смотреть и что-то среднее подытоживать, как они играют. Когда фляга брызгала, кипела, бурлила, я уже ничего не смотрел. Я просто брал любого теннисиста и тух-тух-тух-тух заряжал. И, естественно, опять на моем счету был 0, и в моем кармане 0, и брызжущая фляга, и этот дикий червь, который еще, еще, до последнего рубля с баланса твоего вытягивает, чтобы ты точно так же шмалял в лайв. Гандбол, баскетбол, все что угодно, эти ставки разыгрываются моментально, но они до такой степени непредсказуемы. Я могу сказать, что, наверное, на уровне подсознания я начинал верить букмекеру. То есть, допустим, конец матча, будет гол или нет. Тоже, опять же, я не вижу этого матча, я не вижу, как играют игроки. Я только вижу коэффициент букмекера на то, что будет гол, допустим, это 1.5, а на то, что не будет, это 2,5. Это говорит о том, что одна из команд прям прессингует, но, опять же, я не видел этого. И, естественно, мы ставим, что гол будет, потому что, как бы, если букмекер дает меньше коэффициента, значит, он, соответственно, не хочет в случае выигрыша выплачивать больше. Туда. И вот это вот тоже хрен его знает. Это 50 на 50. Но в случае выигрыша плюсуется всего лишь 50%. В случае проигрыша проигрывается 100%. И в конечном итоге с помощью такой математики можно подвести итог, что на счету у вас останется все равно 0, если вы продолжите играть. А играть вы 100% продолжите, потому что фляга, она брызжет и бурлит. Единственное, что могло меня остановить, это 0. Ни ночь, ни дождь, ни работа, ни семья, а 0 на счету и в кармане. Согласен, это доставляет своеобразное удовольствие. Но удовольствие для лудомана – это понятие и состояние довольно-таки извращенное. Ведь его начинаешь получать в том числе и от проигрыша, от решения проблем, от всевозможных сложностей, которые вы получите после того, как сольете бабки и потратите время, и еще, возможно, испортите с кем-то отношения. Ну вот, сегодня мы разобрали очередное игровое безумие, потоптались в душе, расковыряли старые раны. Не благодарите всегда, пожалуйста. Не совершайте подобные ошибки. Лучше подпишитесь на канал, поставьте лайк. Кому-то, возможно, порекомендуйте, кому нужна помощь. До новых встреч, всем мира и всем добра.